Про Тимура я вообще считаю, что близко мне этот вопрос никто не имеет права больше задавать. Вот почему? Потому что у Харкора был бой, он там подрался, это бой не вышел Тимура. Я не знаю, ты в курсе, нет? Не в курсе. Ну, не в курсе. Вот. Я что пока это было? Не буду говорить. Да. Подождем, как посмотрим, выпустят они бой, не выпустят. Вот. И поэтому Тимура мы сейчас убираем вообще, как я говорил, как человек, он хороший человек. Вот, как спортсмен, я не вижу в нем конкуренции.